Всем привет, с вами RFFox. Сегодня я снимаю еще одну серию про Майндзет. В этой серии я вам покажу, что же я называю данжем. Попытаемся туда добраться. Ну ладно, давайте начнем. О, недавно возобновили сундуки. Так, где мы появились? Так, ну нормально, можно выйти. Так, вон там, по-моему, здание должно быть. Сейчас покрутимся, мир. Сейчас доберем сюда, посмотрим в сундуках. Надеюсь, там никого нет, кроме нас. Сейчас там. Блин, там кто-то есть. А, не буду я тут на него нарываться, лучше пойду по своим делам. Дальше бороздить по городу. Блин. Когда я неаккуратный сегодня, кости ломаю. Так. Так, извините, немного я периодами буду кашлять, и там не могу. Потому что я заболел, и у меня еще насморк. Надеюсь, это вам не помешает в этой серии. Потому что я очень хотел показать, что такое данж. Ладно, давайте заберемся на пирамидку, там должно быть еще что-то остаться в сундуках. О, вон зомби. Придется нам идти на них, по-тихому не пробраться. Зомбиара, давай сюда ко мне. Молодец, правильно, спускайся. Давай, сдохни. Сдохни, сдохни, давай. Ну, спасибо за еду. Мы поедим. Там кто-то уже есть, там, по-моему, зомби забрался. Я имею в виду не людей, а именно зомби. Странно, я видел, как он забрался. Ладно, не суть. Блин, уже все очистили, да? Не успели мы прийти, уже все очистили. Ну ладно, не беда. Зомби, иди, иди отсюда, я это сниму серию, потому что нападать. Так, побежали вниз. К воде, к воде, к воде. Так, а ну-ка, где мы сейчас? А, недалеко, надо немного подкоротить время. Так. Берем меч. И на всякий случай, вдруг кто-нибудь на нас захочет напасть, мы будем во все оружие. Люблю чаёк. Будем бежать. Так, 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 так. Так, 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 так. Ладно. Вот мы уже немного подобрались. О, свинюшка, привет. Как у тебя дела? Уже? А у меня все хорошо. Уф, как интересно-то, а? Мир еще не погрузился. И только остается гадать, что дальше будет. Так, теперь туда. Так, прыгаем, прыгаем. А вот, по-моему, а нет, ошибся, ошибочка была. Хотя, по-моему, эта игра есть. Сейчас она прогрузится. Да, это та игра. Да, это та гора. Ладно, будем забираться. Она очень большая. Это она просто еще не прогрузилась. Это еще она маленькая такая. Так. Прыгаем, прыгаем. Вон она. Вон она еще должна немного прогрузиться.
Опять у нас уже нет еды. Ну что ж такое-то, а? Так, немного подвис. И забираемся потихоньку наверх. О, свинька. Свинька, привет. Подойди ко мне. Я тебя не обижу. Всего лишь убью. Ладно, уже убил. Кто? А, это мне еда. Нету. Так, поели. Сейчас опять у нас закончится еда. Вот я поэтому и говорю, что лучше сюда не ходить без экипировки. Тут очень сложно так будет подняться, если у вас мало еды. Так, сюда, потом сюда. На, блин, это так и делал. Вон, сюда тогда. Так, потом сюда. Блин, да что ж такое-то, а? Придется тогда обходить еще раз. Блин. Давай, убирайся, друг. Неудобно подниматься, когда тебя бьет голод. Я уже заметил это. Хорошо, что он у нас отнимет всего лишь пол жизни, пол сердечек. И потом уже больше не будет нас мучить. Походу. А нет, вот тут уже больше он не должен меня мучить. Да, уже видите, не мучает. Опять спускаемся, потом вот так. Хотя, вот, вот так должны. Вот так запрыгнули. Поднимаемся опять. Так, тут опять не подняться, вот сюда. Тут тоже сюда. Да блин. Вот сюда поднимаемся. Потом сюда, потом вот так опять. Ага. Сюда потом. Да, высоко мы уже забрались. А вон и, собственно, дальше немного виднеется. Такой домик на горе. Красивенький. Так, вот, тебе надо добраться, потому что... О, шкафчик. Извиняюсь. Секундочку. Все, я откашлялся. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда ты появился, тупой зомби? Не мешай мне снимать видео. Сдохни. А вот и правильно. Блин, еще там один. Еще один. Надо их как-нибудь обойти. Честно говоря, я не знаю, как сюда попасть. Я бы сюда давно уже попал. Так. Ой-ой-ой, зомби за нами идет. А, нет, не за нами. Ой-ой-ой-ой. Кто это? Ну чё, чё, что ли упали? Я не понял. Потом резко начали жизнь меня так отбираться. Самое главное, что мы добрались до данжа. Вот как он красивый. Ну и через 20 секунд возобновятся сундуки. Так что все, мы походу уже выиграли. Да, поняли. Так, вот сюда, вот тут. Сюда я разу не прыгал, по-моему, это выход из дома. Да, это выход из дома. Такой у них умный. О, еда, вот еда, все.
А, вот тут патроны. В этом данже мы должны обязательно найти оружие, потому что оно тут очень часто встречается. Так, давайте поднимемся на верхний этаж. Ага. Потом сюда. И тут снег откуда-то взялся, не пойму. Насчет красного красителя я еще так не разобрался, для чего он нужен. Давайте поднимемся еще выше, еще на этаж. Так, потом сюда. Так, и забрали еду. Угу, теперь еще на этаж. Вот, по-моему, уже все. Тут ничего нет. На верхнем этаже должно по-любому найтись оружие. Ну, пожалуйста. Да, вот и деревянный топор. Я уже не помню. АВП, по-моему. А, нет. КЗ-550. И нашим еще железные доспехи. Еду. Так, и там, по-моему, еще что-то есть. Ах, да, тут три сундука. Меня не ошибло. А, нет, даже больше. Заберем на всякий случай. О, А-12. Вот это я точно знаю, что это. А-12. Извиняюсь. Так, о. Так, все, мы уже нашли. Теперь мы полностью экипированы. И лук. Думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, следите за моими видео. Я очень люблю смотреть, сколько у меня просмотров. С вами был RFFox, это был сервер под названием MindZ. Пока!